あ、いけるな。Бульвар Паласа. Сегодня нет, брали. Бульвар Паласа. Лучше бы. Брали. Гестлерде. Казалай, Кишбир, Заман, Казал, Медан, Омбер. Абсолютно никакого. Влиятельные лица встречались вместе. Допустим, президент России, президент Турции, президент Сирии. Банкаре встретятся или в Москве, или в Дамаске. Пожалуйста, пусть встречаются и договариваются. Паштан, Сай Маштан, Маштан, все, вернусь. Сай Маштан. Арту, я не могу. Шурман, я? Да. Так, господин посол. Что еще? Все, будет. Sevemez kimsesini, benim sevdiğim kadar. Sen Türkiye olmasaydın bu hayat ne yarar? И фотограф. Сэр, excuse me. Не говори на Fase'de görev yaparken başkan olarak Türkiye'de başkan olarak Moskova'ya geldim. Şeyde bronza. Где переводчик? Бронза. А, Тунч. Тунч. Никогда не было. Ага, вижу. Ну, это карта. Ортаду, Харитасы, Геледжии. Бу Америка, Бьюкер. А, это закрывать, наверное. Чок на нем. А я бы да, дружу. Очень, очень приятно. Спасибо. Русский. Губернатор Анкайт. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Tamam. Tamam. Yok, bir şey yazın. Fotoğrafı yapıştırın. Evet. Я очень рад встрече с турецкими студентами замечательного Анкарского университета. Вот антитурецкие силы во главе с Гюленом, проживающим в США, устроили провокацию, сбив русский самолет. И Турция потеряла 11 миллиардов долларов. Если Турция будет одна оставаться, проводить независимую политику, но не будет у нее сильного союзника за спиной, то, конечно, возможны и в дальнейшем какие-то провокации. Поэтому я бы хотел, чтобы мы предотвратили бунт. Это не просто готовятся революционеры там и засылаются сюда. Это вперед внедряются во все вузы, в мечети, в научные учреждения, в органы управления, в полиции. Тунштен, Тунш, Тунштен, Тунш. Ну, пожалуйста. Задний чок, пожалуйста. Efendim, biraz daha böyle geçebilir misin? Şöyle.
Hepsi. Adam biraz sensiz. Приветствует российскую делегацию в главном офисе правящей партии справедливости и развития. Все, сами вам нужно. Şöyle sizin hediyenizi de alalım. Evet, evet. Şöyle. Sayın Mustafa. Efendim, bize ne oldu? Kart. Efendim. Here is the Foreign Affairs Department, this side. Dış ilişkiler. Flaşla dengeledik efendim. Evet, çekiyoruz efendim. Biraz deneyelim, sen de çek. Hadi, sen de çek. Tamam. Весь этаж Председатель. Оригинальные османские. Османлар заманында фарваллар. Постановление фарвана. Лучший фарван, лучший период Османской империи. Все его. Зал на 50 человек. Председатель говорит. Лучший план.